вот это вот демократия и права человека, вот как это все выглядит? Давайте я объясню вам, как опять преподается, как обучается студент в школе. Вот нас учили так, когда я поступил в шведскую школу в 4 классе, нам задавали вот писать там о демократии, что это такое, что мы представляем. Прямо уже в 4 классе? Ну где-то в 5-6 классе так. Нам очень, вот, можно сказать, с начальной школы внушали вот это, что вот демократия, это очень важно, чтобы все имели право высказаться, чтобы, в принципе, все темы были, можно обсуждать, что всех надо там ценить и все надо прислушиваться, толерантность там, это все-все-все. На практике не совсем так получается, потому что, с одной стороны, да, вот это вот всегда терпимость и так далее, но она привело к тому, например, что замечаю в гимназии уже, да, что когда, или даже в университете, когда вот учитель там стоит и пытается какую-то дискуссию развести, то студенты не выговаривают какую-то свою точку зрения, потому что они как-то боятся вот кого-то оскорбить там или что-то неправильно сказать, и в итоге получается, что большинство просто людей молчат. Чисто из страха. Ну да, чтобы никого не оскорбить там. Не, ну а как, если я выскажу свою точку зрения по какой-то науке, там, физике, например, как это кого-то оскорбить? Не, ну это совсем другое, но я имею в виду направление какие-то гуманитарные там предметы. Потому что в естественных науках там же, будет как-то сложно оспорить факт, да, доказать. А негров у вас можно неграми называть? Нет. Нельзя? Нет. И если я скажу на уроке, что негр – это негр, что тогда будет? Может быть, что тебя отошлют к ректору на собеседование, либо, смотря в какой школе, может, тебя иммигранты избьют, особенно если ты швед. А если не швед, могут не побить? А если не швед, тогда без проблем. Как интересно. То есть как-то шведов бьют больше, чем не шведов, что ли? Да, дело в том, что вот это вот, кстати, очень заметно в Стокгольме, что там очень такая существенная сегрегация идет. Разделение. Да, разделение, значит, иммигрантов и шведов. А много иммигрантов? Да, вот в больших городах много. Как сказать, относительно. Где-то было посчитано, что каждый 5-й человек теперь в Швеции – это вот иммигранты. А они в основном кто? Откуда? В первую очередь финны. Полмиллиона финнов живут в Швеции. А, это самая большая вот группа. А потом в 60-е, 70-е годы очень много приехало с Балканов, греков, итальянцев, испанцев, с южной части Европы. А где-то с 80-х годов и с начала 90-х стало очень большой приток, именно с Ближнего Востока, значит, с некоторых африканских стран. В основном с Ближнего Востока, там Сирии, Ливана, Ирака, Ирана, странно. Особенно за последние, с начала 21 века, когда вот эти вот все войны начались на Ближнем Востоке, тогда очень много вот стало приезжать людей именно с Ближнего Востока, где вот эти вот конфликтные зоны являются. И это стало вызывать в обществе очень большую проблему, заметную, потому что когда приезжают иммигранты, поскольку вот эта вот ментальность развилась, что швед, если тебя учат в школе постоянно, что ты не должен никого оскорблять, там, что-то не то сказать, там, в каждой ситуации швед сдерживается, чтобы кого-то оскорбить. А начинают вести вот некоторые эти приезжие люди себя как у себя. Их этому не учили. Да, потому что они, когда приезжают, их не пытаются расселить там по разным местам, чтобы они шведами там жили. Они просто приезжают и живут вот семьями своими там, да? И это по всем городам Швеции, где вот, в основном три больших города. Это Стокгольм первый по численности, потом Гетеборг, потом Мальме. Очень большие проблемы стали возникать, например, в городе Мальме на юге Швеции, где, например, прошлой зимой каждый день были перестрелы. Вот представьте себе, значит, люди стреляют друг друга пистолетами каждый день на протяжении нескольких недель. Вот это
вообще не слыхаемо в Швеции. Да? Это перестрелки между шведами и прежними? Между прежними исключительно. Да, да, разборки у них свои. Полиции туда вообще не усмеливаются приезжать, потому что они их боятся просто, понимаете? А у вас есть, как в Париже, районы, куда полиция не смеется? Есть, есть. Вот. Именно в Стокгольме, да, в столице? Да. В Стокгольме есть, в Гетеборге есть, в Мальме есть, теперь есть, да. Поскольку все время учат шведам вот эту терпимость и так далее, они как-то боятся высказаться, у них это накапливается. Это заметно, когда они вот это вот накапливают, и потом происходят какие-то такие чересчурные ситуации, где ну просто человек уже не может сдержаться. Например, есть видеоклипы, да. Был такой случай, что ездили вроде какие-то люди, которым иммигранты не очень нравятся, если так скажем. Они ездили по этим районам и стреляли. Они там никого не убили, но кого-то вроде ранили там. Вот. И эти люди очень сбунтовались, короче. Стали сжигать машины. Ну, типа того, что вы, наверное, слышали, произошло в Париже, да. Полиция, когда туда приехала, ну вот, они, короче, снимают в машине, и там один просто полицейский говорит: да эти, блин, черная жопа, обезьяны, блин, их мочить надо, короче. Вот это вот, это вышло вот на национальное телевидение, там, о, это вообще как так может быть, это ужас, как полицейский может так высказываться. Но дело в том, что это очень много на самом деле в Швеции, вот эта вот ненависть, которую никто не знает, лишь потому что власть, с одной стороны, боится что-то сделать, а что-то делать надо, ну как-то, я не знаю, там, ну хотя бы расселять вот приезжих, чтобы они хотя бы общались там с коренным народом, да, вот их. А так они живут просто своими кварталами? Да, в своих анклавах таких, да, в этих районах тоже, они не получают вообще в основном никакого образования. Ну, вот, ну... А если они приезжают в Швецию, они же принимают шведское гражданство, да? Ты получаешь шведское гражданство, да, через 5 лет проживания. А, то есть просто пожил 5 лет? Да. А 5 лет прожить это вот свободно или надо визу как-то оформлять? Или... Нет, это, конечно, надо визу там иметь, но как многие, например, приезжают, они женятся на кем-то. Uh-huh. Вот. Либо так, либо можно получить через рабочий контракт. А значит, если тебя принимают на работу, ты получаешь рабочую визу, там, контракт на максимум 2 года. Ну, приезжаешь и получаешь все же те же права, что и вот, все остальные. Но тогда в проблеме того, что приезжает много беженцев, много там, приезжих, виноваты сами шведы. Они бы их не пускали и все, не брали бы на работу, собственно говоря. Дело в том, что вот это вот была самая большая проблема, которую они сейчас как-то пытаются закрыть. Например, Финляндия этого не делает. Они, ну, Швеция что делают? Они очень много беженцев именно принимают, но это только за последние годы они стали принимать больше людей вот именно по рабочему контракту. Да, просто принимали из-за этого, что вот надо защищать человеческие права, там беженцев принимали. Да, 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 именно их. И, кстати, именно беженцев из стран, где вот горячие какие-то точки. Да, вот, чтобы помогать людям. А, например, России там или бывшего Советского Союза нет, нет, ни в коем случае. Не берем. То есть наших не брали, а тех брали. Да, да. Интересно. И, кстати, очень интересно такое, что, например, у нас в школе работал, как называть человека, который занимается там, ну, общим делом, если что-то сломалось, он починит, там, лампочки поменяет. Ну, вот. Завхоз, заведующий хозяйством. Да, вот. Он... Доктор, значит, физических наук, но работает у нас вот таким вот. Он из Ирака, да, занимался вообще разработками и так далее. И очень много таких случаев. Значит, приезжают люди, которые имеют высшее образование, приехали в качестве беженца, приехали туда с высшим образованием, а их не берут, потому что, ну, ваше высшее образование не соответствует нашим каким-то стандартам. И они вынуждены, если хотят работать по профессии, они вынуждены, значит, обучиваться. Значит, во-первых, учить шведский язык, а во-вторых, все пересдавать. Ну, насколько это сложно? Или это возможно? Ну, это возможно, но это же как-то странно. Все-таки, если ты уже имеешь высшее образование, ты должен, ну, скажем, ты инженер, да? Значит, должен шведский язык сдать, первое. Не, ну, это логично, да, это да, понятно. Во-вторых, ты должен еще опять 5 лет проучиться, чтобы получить... экзамен, что ты инженер шведский, вот тогда можешь работать по специальности. Значит, это уже нелогично. Да. Вот. И так получается, что очень много из приезжих,
Вот видите, какая ситуация получается. Да, их берут, но не знают, что с ними делать. Кстати, самая интересная статистика такова, что самые образованные иммигранты, которые приезжают в Швецию, это русские. 65% приезжих имеют высшее образование. А после этого, конечно, все советские республики, и только после этих советских республик, там, ну, Иран, там, и Финляндия, там, ну, и так далее. А, Финляндия даже после Ирана. Да. Значит, приезжают иммигранты, не знают, что с ними делать, потому что на работу их не устроить. Если они не говорят на шведском, их даже если они говорят на английском, могут тоже на работу не взять. Такая, ну, скрытый определенный такой расизм, да, есть. Но они получают какое-то пособие от государства. На что же они живут? Да, если ты приехал как беженец, тогда ты получаешь пособие. Но это опять очень стало возмущать многих людей. Значит, почему они приезжают как мигранты, мы отдаем очень много своих налогов, они ничего не делают. И государство не ставит никаких требований, что они должны выучить там шведский язык, что они должны в каких-то сроках устроиться на работу. Нет, просто приехали, живут, получают пособие и все. Но это реально, да? Но эти люди, они же могут работать там чернорабочими, грузчиками там, да? Могут, работать. Но они получают пособие, вот так вот работают. Потом катаются на BMW там. Они в основном чем многие занимаются, например, из Ближнего Востока, они в основном открывают рестораны разные. Рестораны, пиццерии и так далее. Работают так, зарабатывают хорошо деньги, потому что люди в основном в такие места приходят и наличными платят. Они берут наличные и говорят, что вот мы продали столько, а в основном, ну вот, ну, короче, по-черному делают, зарабатывают. То есть они уклоняются все равно от налогов, да? Да. И заодно получают пособие. Вот. А шведский человек, поскольку в основном такой, ну, честный, считает, что надо платить налоги, вот они опять вот терпят, копят вот эту вот злость, что а почему так, ну, вот возмущаются, ну, никак не высказывают свою точку зрения. Не. И потому за последние годы стало набирать оборот вообще голосов такие достаточно националистические партии, которые вот... Они, кстати, сейчас на последних выборах прошли в шведский Рикстаг, это как у вас дома, да? Получили 5%, и они достаточно так стабильно каждый год вот, нарастают свой электорат. Ну, вопрос, они что-то делают? А кто это, партия? Партия, да. Они что делают? Они говорят о проблеме, вот о этой проблеме. Все остальные партии умалчивают полностью, не хотят на этом, значит, говорить на этой теме. Вот эта вот партия, они приглашают, говорят, ну, давайте выступим на национальное телевидение, там, чтобы у нас был дебат. А эти лидирующие партии не отклоняются, говорят, нет, мы не хотим. И за счет этого за них голосуют люди, которые понимают, а вот, смотрите, никто другой не хочет поднимать эту проблему, только вот эта вот партия. Вот видите, опять вот это какой-то странный менталитет, что боятся, да, вот боятся говорить на каких-то сложных вот таких вот вопросах, которые достаточно табу, да. Ну, хотя нам учат в школе, что нет вопросах не обсуждаемых, да, что о всем можно говорить, там все, свобода слова. Ну, очень много какой-то вот такой трусливости. Ну, нельзя никого задеть. Да. Можно про все говорить, но задеть никого нельзя. А как ты никого не заденешь? Вот. В метро попробуй никого не задеть. Да. И из-за этого, к сожалению, опять проблема в том, что, например, я помню, когда я был подростком, вот, что шведская молодежь, я вырос сам в таком районе, где подавляющая часть, можно сказать, иммигрант. Ну, вот. Ну, вырос в районе этого района, вот, это можно сказать такая, как у вас есть загородные вот эти вот города. Поселки. Ну, города все-таки, где, скажем, живет по Подмосковье, скажем, 80 тысяч человек, но все равно не город Москва, да? Да. Ну, типа в таком. И, значит, там есть, соответственно, разные районы. Я вырос сам в районе, где жили в основном люди, ну так, средний класс, вот, с семьями, все спокойно и так далее. Но если на автобусе проехать там минут 10 в другой райончик, там, ну, уже вот эти вот именно эти проблемы, ну, чисто только иммигранты живут. Ну, мне было просто, потому что, ну, я сам говорю, а, вот русский, финн, а, да, ничего, все, не справляю, да, с ними общаюсь.
Так они что, они вот все мигранты, они как-то кучкуются, и вот против шведов они вот как-то очень... Ну, это больше так, знаешь, когда вот подростки, да, они... Ага. Вот эти вот иммигранты, ну, они как-то сплачиваются лучше, чем больше, чем шведы. И, короче, ну, вот идут там гулять по городу, все это, езжать даже в центр Стокгольма, гулять. Просто-напросто завязывают, навязывают шведам драку, шведской молодежи. Потому что знают, что шведы ничего не сделают. Да? Вот. Ну как, они их просто молча бьют, а те не отвечают? Ну да, типа того. Что этот шведенок сделает? Сдачи даст. Да не сдаст, не даст, потому что его учили, что нет, вот... Нельзя оскорблять. Все, даже когда на тебя наезжают, да, нельзя. Да. Как-то это уже странно. Да, вот видите, и знаете, вот именно вот это вот, к сожалению, привела именно какая-то чрезчурная эмансипация. Потому что в основном даже кажется, что там девушки некоторые более такие... Шустрые. Да, шустрые, имеют черты такие маскулинные, чем нежели парни. Опять, да, вот накапливаются вот, вот, очень много таких ребят, которые, ну, которых бьют, грабят там на улице где-то, а они в ответ, ну, никак. Ну, ну, потому что в основном ну, тоже эти мигранты, они в основном двигаются так вот, ну, у них есть такая своя дружина, если ее так назвать. А, да, а у шведов они так были в одиночку. Потому что нету такой вот сплоченности у шведов, они как-то очень не замечают этого, как-то сами очень страдают. Нет сплоченности, хотя они вот как-то хотят, ну, там, общаться. Например, шведы, они, ну, уже так, которые прошли, ну, скажем, старше 20 лет, они как-то боятся общаться. Они даже не умеют общаться с друг дружкой, если они в трезвом состоянии. Они должны сначала выпить, чтобы они смогли кому-то вообще раскрыться. Начинаешь с шведом разговаривать, и они очень, очень закрыты в основном. Очень сложно проникнуть, там, начать вот какую-то такую душевную беседу. И за это страдают, потому что только когда они выпили, ну, тогда вот начинают. А тогда уже чересчур идет, они вообще лезут со всей своей душой к тебе. Вот, ну, начинают там, выплеснуться столько, да. Угу. Во время выходных очень выпивают. В выходных многие вообще ничего не помнят. Ну вот. И вот следующей неделе, с понедельника по пятницу, кроме как по работе, ни с кем не общается. Ну, так.